Какое место в стране занимает Зауралье по употреблению наркотиков? Цифру озвучили на заседании антинаркотической комиссии Курганской области. В целом на наркоситуацию в нашем регионе отрицательно влияют наличие государственной границы и соседство с крупными экономически развитыми регионами. Однако за последние годы правоохранительные органы значительно увеличили усилия по борьбе с незаконным оборотом запрещенных веществ, возросло и число лиц, поставленных на учет как больных наркоманией. Тем не менее, председатель комиссии губернатор Зауралья Олег Богомолов отметил, слишком малое количество школ занимается пропагандой здорового образа жизни и поручил главному управлению образования срочно разработать программу по внедрению этого курса в остальные учебные заведения. В целом, по оценке развития наркоситуации, наша область находится в тяжелом положении, подтвердил заместитель начальника управления специальных программ Павел Клименко. По двум критериям наркоситуация оценивается как напряженная, показатели ниже российских, в докладе там определено. По четырем, как тяжелые, показатели на уровне или немного выше среднероссийских. По двум, как удовлетворительные, показатели значительно ниже среднероссийских. Ну и особую тревогу вызывает складывающаяся в регионе обстановка по первичной заболеваемости наркоманией.